Добрый вечер. У меня перед самым Новым годом решили расцвести мои пеларгошки. Сорт это Бланка F1. Выращенные из семян. Сеялись они в июле. Вот на пятый месяц зацвели. Вот цветонос у них высокий. И вот хочу проэкспериментировать. Вот здесь на одном цветке у меня уже четвертый цветонос идет. Уже растение большое достаточно. Такие вот высокие цветоносы. Сами по себе эти достаточно крупные цветочки. Беленькие-беленькие. Я их перепылила. С ними всех по очереди. И вот у меня созревают семена. Как только они созреют, я их все соберу и попробую вырастить из семян. Чем мне нравится больше всего из семян? Тем, что растение потом получается совершенно молодое, не как из веточек, более высокое, более, как бы сказать, защищенное от болячек и жизнеспособное. Посмотрим. Вот такие вот белые красавицы, как снежинки. Сеяла я, покупала фирмы Гавриш семена. Вот из 5 семян у меня все 5 взошли. Один цветочек я подарила, но одно семечко у меня в самом начале почему-то не выжило, погибло. Ну, схожесть отличная. Вот такие цветочки. Красивые прям.